Всем привет, с вами Макас, и сегодня мы идем, как и обещал, на медведя, блять, я тут запас с патронами, так что сегодня будет полнейший Рэмбо, ну, я надеюсь, что мы встретим медведя, потому что тут, на самом деле, медведь-то не так часто и встречается, ну, я думаю, должны мы его будем как-то подкараулить и найти. Но еще главное, чтобы патроны остались, потому что на медведя... Надо много патронов. Я уже накопил на хорошую винтовку и купил какое-то дерьмо, блядь, короче. Проебал все деньги, а винтовкой в итоге я не пользуюсь, блядь. Так, давайте посмотрим карту. Так, мишка. Так, что-то 10%, блядь. Ну, медведь, короче, здесь, нахуй. Сейчас тут, блядь. Сейчас тут и будем, значит, ходить. Один раз у меня получилось медведя ебануть так, что он как бы на дыбы встал, нахуй. Я его прям, на, нахуй. Потом, правда, еще в пукан ему насажал, бля, патрон 20, блядь. В итоге завалил. А, не, я пиздобол. Или не пиздобол. Когда на дыбы он встал, я просто в него попал. Один раз я ему, короче, прям в мозг, нахуй, как вот это, в белке, в глаз, нахуй, хуйнул. Прям он с первого удара упал. Так, что-то никого нет, блядь. Где обещанные медведи, блядь? Так, нахуй. Короче, вышли мы из... Давайте к реке, блядь, хули. Пойдем. Блять. О. Кого-то должны подстрелить сегодня. Ну, раз уж вышли на медведя, так что надо, я думаю, либо в засаде сидеть, но в засаде особо-то никому не будет интересно сидеть. Я ни разу не сидел в засаде. Как-то скучно, блять. Ну, потому что неизвестно, сколько ты там можешь еще просидеть. Да, и сегодня еще у меня в планах попроходить Бэтмена. Две игры я сегодня хотел сделать, потом, бля, поиграл что-то, ну, пиздец вообще. Думал, хорош. Не, а может игры хорош, но что-то, блядь. Ну, вообще, вот на эти две игры не стояло. Думаю, пойду-ка, блядь, за мясом, хуй. Медведь! Миша! Миш, походу, еще, бля, хуй в берлоге досасывает, блядь. Хотя нет уже. А, ну, судя по погоде-то, это осень, блядь, потому что... охота разрешена только ночью, так, какой-то хуило там. Сейчас посмотрим. Может, медведь. Ну, одиночные, видите, точки. Это либо кабан. Какой-то, блядь, отбившийся от стаи. Либо медведь. Потому что все остальные ходят табунами, как я понял. Медведь, сука. Он рычит, как сучёныш. Ага, вон, видите. Так, давай, блядь. Блин, нахуй! Ракурс неудобный, короче. Потому что одного раза-то... Он, бля, мозг у него большой. О, легкий пробил, ништяк! Это охуительный будет медведь. Стоять, блядь. Сраку, нахуй! Он сраку ему, блядь. Есть, пелвис какой-то. Пенис, короче, попал, блядь. Давай, блядь. А, давай, нахуй. Вот, рикошет, наверное, будет, да? Да, срикошетил. Вот так вот пособие подстрел медведей, блядь. А еще раз, на, нахуй. Я говорю, я в новом медведь-то целую обойму всадил, блядь. Ну, ему пиздец, это я хуйню, конечно, занимаюсь. Ну и все, теперь преследую медведя, как и обещал. И видите, как нам свезло. А, сразу мы нашли медведя. И, скорее всего, он сейчас прям ёбнется, потому что...
А выстрел в легкий это. Вон, все, пизда. Я говорю, далеко он не бежит. Выстрел в легкий. Послед поем. Это, как говорится, самый дорогой медведь уже будет. За него больше очков дадут. Вот когда попадаешь в желудок, то не настолько он хорош. Так, сейчас пойдем туда походим, сейчас перезарядимся. Так, вот он наш трофей. Михаил Потапыч, блядь. Забираем его. Вот видите, блядь, 200 травм мало. Ну, похуй. Так. Кто-то там, блядь, шуршал нах. Вот это уже стайные какие-то хуи. В принципе, медведя мы добыли. А я тогда еще в эту игру поиграю. И потом, когда следующая карта откроется, их 4, продолжим охотиться на следующих картах. Да, потому что тут уже, в принципе, ну кто тут? Рогатые эти рогачи, как их, блядь. Олени, блядь, эти. Ну, вот, рогатые, короче. Кабаны и медведь больше. А эти всякие лисы, хуисы, я их как бы, ну так. Лук надо купить. Ну, это все, это как бы я в дальнейшем продолжу как бы охотиться, да. Это мне тема пока нравится, пока она не надоела, как... Как, блядь, Майнкрафт, который пиздец. Ну, бывает так. Так, кто-то меня спалил. Ага. Кабаны, бля, были, суки. Блядь, я нерасторопный хуйло. Кабанов спугнул, блядь, пока пиздил. Вон. Как бы охотиться мы... Будем охотиться. Ну, бывает тоже. Вот Майнкрафт мне сейчас настоебал. Он мне уже третий раз настоебывает. Потом месяца 2-3 не играешь. Потом раз как-то интересно. Знаю, что многим не нравится Майнкрафт. Ну, не знаю. Тут, как говорится... Многие люди считают, если игра там, допустим, вот, мне не нравится игра. И все думают, что эта игра как бы всем не нравится. Но это же не так, блядь. Кому-то, блядь, такое нахуй днище нравится иногда. Просто... Охуеваешь. Иногда сам над собой охуеваешь. Кабан, правда, далеко, но попробуем. Чё-то вынюхует, сучёныш, блядь. У меня уже рука набита, блядь. Я стреляю, заебись. Так, лёгкое, лёгкое надо. Лёгкое, блядь. Бля, вот это он сейчас падла. Долго будет бежать, блядь. Чё-чё, а мне в игре особо не тут, ну, вот так вот. Могли проработать, потому что вот, ну, попадаю ему, переламываю кость, а он бежит так же, блядь, грубо говоря. Только когда ему уже пиздец, он чуть замедляет ход и падает. Ну, бля, надо, если, блядь, ногу пробил, то хромай, блядь, да? Там, беги хуёво, ну, в смысле, неестественно. Так, на В, идём по следу. Далековато был кабан, так бы мы его бы... Так, видите, написали последний след, значит, он перешел реку. И вот его следы, вдоль пошел. Потому что река, она следы, ну, стирает как бы. Да, не, если мы охотились с собакой, то нам было похуй. Да, блядь. А он что-то и не падает, кабан, блядь, далеко, сука, походу, убежал. Так, на вы, пизду, клещей, нахуй. Так. На вы. Блядь, вот, сука, по кустам любитель-то полазить, блядь. Бля, неужели уйдет? Да ну нахуй, блядь. Куда ты дальше пошел? От меня, блядь, никто нахуй еще не уходил, блядь. Ну, уходили, правда. Да хуя уходили, хуль таить. Ну, блядь. Сейчас уже опыт из первых серий там вообще попасть проблематично там вот. То сейчас уже, в принципе, процент попадания очень большой. Бля, сука, походу уйдет, бля, либо мы его... Либо вон он, блядь, уже не блядь, не понимает то, что он ранен, блядь. Кабанов я там увидел. Идут, кстати, на меня. Это хуёво.
Зайцы, блин. Попробуем в мозг попасть. Не, рикошет, наверное. Ну давай, бля! Блять! Вообще пиздец, ну чутка. Ты должен упасть, нахуй. Мимо, что ли, блядь. Есть? Желудок, да? Блять, вот за это хуёво дают. Так, ладно, нас вот этот хуй интересует, которого мы, блядь, поранили, а он, падла, все не падает, нахуй. Калум в Этрофи. Калум в Этрофи, это... Это на что-то упал, блядь. Ну, сейчас мы его подберем, потому что у него ранения такие серьезные были. Пятнадцать тридцать, да, это вот. На Е. Бля, запутался. Хуй знает. Вот это вот свежающий, бля, кабан, нахуй. Сейчас мы подберем-то, чтобы мозги, блядь, не мозолил. А тот хуй, видать, блядь, ну он кровоточит, блядь. Ну и хуй с ним, короче. А, 100 очков дали за то, что еще легкие мы прострелили. Так, ага, вот. Олень, блядь, какого. Конопатый, блядь. Мастер, нахуй, нет? А, мастер, хуястер, блядь. Бля, ну вот наш, хуй знает, наш, пизду, короче. Медведь добыли, сейчас еще арсенал по... Постреляем. И, в принципе... Медведя-то добыли. Да. Теперь надо просто на другую карту переходить. Так, что нам карта, кстати, говорит? Минус, плюс 50% пришло, да? А где я-то, блядь? А, вот я. Давайте сюда. Двести метров, не так далеко. А, нахуй. Яйчик. Без яйчик. Так, все, хватит стрелять. По зайцам это еще успеем. Да, с винтовкой я проебался. Не знаю, правда, я еще не узнал. Может продать, как можно ее, блядь. Ну нахуй. Целься, она вообще нихуя что-то не попадает, блядь. Давай посмотрим. Процентов нихуя тут нет, блядь. Бля, простор какие открывается там, да, бля. Все графон вдали бы, бля, прорисовать вообще заебись бы. Вот он тут прорисовывает как со зрением, блядь, там минус 5, блядь. Кабан не мой ли нахуй? Ну, в смысле, не мой, а того, как которого я это подбил. До сих пор, бля, кровоточишь, что ли? Ну ладно, хуй с ним. Так, нашел кабана. Блять, а. Опять туда же, что-то. Ага. Ну уже полегче, бля, почетче вернее. Бля, я же растерял, сказать ничего не могу, блядь. Тихо, блядь. Он мой ранний кабан. Вот. Нихуя. Так, желудок, это минус, бля, ну похуй. А мимо, блядь.
Где там кубаны, хоть посмотрим от пули. Ну, короче. Так. Ранили, по-моему, одного мы. Кабана. Все, патрон у нас нет. Сейчас его... Че ты, блядь, нахуй? Сразу надо было выключить, нахуй, гол, сразу не понимаю. Кабан упал. Ну, в принципе, закончим. Сейчас подведем итоги, посмотрим, сколько мы заработали в итоге. Ну, трава, блядь, пожалуйста. Так. Ну да, след вроде один. Ну, кабан прям где-то вот здесь, на, блядь. Только, блядь, сразу охота и нет нихуя у меня патрончиков. Это ладно. Кэш, блядь, съебались, суки. Эш, блядь, пиздюки. Ну-ка, сейчас нападут на сыкло, блядь. А тогда напали. Вот, минус 100, но нам очки все равно дали. Так, тут хрюка здесь. Надо спровоцировать кабана, чтобы он напал на меня, да? Стоит, стоит. А ну, блядь, сука. Ну ладно. Блядь, долго я их искал. В итоге... Всем спасибо, кто смотрел. Открываю следующую карту и продолжаем охотиться. Я думаю, что, наверное, какие-то другие будут животные, да? Всем спасибо. С вами был Макас. Сейчас я пойду играть в Бэтмена. Еще на этом же канале. И попозже должен быть Бэтмен, короче. Все, давайте. Пока.